Всем привет, дорогие друзья, с вами Вика и Дима. Всем привет! Да, со мной Дима. И как бы сейчас я... Ну, я давно не снимала, но сейчас я хочу снять видео про то, как я добываю эти монетки. Да, я не снимала, я начинала, я уже 6 вещей выиграла. Ну, давайте же будем продолжать. Ты знаешь, как это... Ты просто убирай мусор. Ты знаешь, как это делать все? Не надо! Не надо! Дима, так медленно. Дима, смотри, смотри. Не надо их собирать, они автоматически собирают. Смотри. Понимаешь? Их собирать не надо, они автоматически. В общем, учим моего братика играть в аватарию. Дима, ну что ты делаешь, господи? Он сам дойдет до мусора, ты понимаешь? Смотри, вот эти вещи сам дойдет до мусора. Ему не, им не надо управлять, понимаешь? Господи. И что? И что? Садовника я выполню, потому что там бабочек ловить надо. Что сложно вот так сделать? Господи, Дима. Ты его никак не ускоришь, я тебе говорю. Просто надо это. Один мусор убрал, на второй нажал. Один мусор убрал, на второй нажал. Так будет еще дольше. Нужно сразу на несколько нажимать. Господи, Дима, ты стоял на том мусоре. Ну что ты делаешь, Дим? Дай, смотри. Господи, ты. Вот. Подожди, подожди. Вот. Ить. О. Ничего не трожу. Ничего не трогаю. На, убирай. Я сейчас ничего не сделаю, потому что я не нажала на мусор. Ты понимаешь, Дима. Ты не нажал на него. 30 монеток уже. Ищи. О. Еще мусор ищи. Это не мусор. Иди еще. Давай. Смотри, что надо делать в этом случае. В общем, да. Мой братик вообще не умеет играть как бы в аватарию. Ну, нужно перезаходить в таком случае. И тогда мусор появится в другом месте. О, ты не ты, подожди, Дим. Тут его еще искать надо. О! Подожди, ничего не трожь, ничего не трожь. И еще видишь, все работа здесь довершена. Впереди в сад. Бабочек ставлю я тебе, потому что бабочек ловить очень тяжело. Смотри, тебе тут нужно поливать цветы, давить жуков и пшикать растения. Дима, вот это вот, там где черные цветы, тебе их надо, понимаешь, поливать. А те вот, ты видишь, на котором мушки летают, растения. Получается... Ой, ну ладно, пусть так, пожалуйста. Дима, нужно попадать, потому что, знаешь... Так... Жучок.
Отравили жучка. Это не отравили, вообще-то мы его задавили. Дима. Господи, Дима. Дима, не надо собирать монетки, они автоматически собираются. И что? И что? Хэдыщ! Эй, Крыс-Марс. Что? Нет. Вообще-то Мэри Крисмас это с Рождеством, Дима. Знаешь? То ничего нету. Дима, вот мушки летают над растением. Ничего не трожь сейчас. Подожди. Дай. Дай, я тебе уже придумал. Садовник это... Ну, как бы... Тут бабочек нужно ловить. Я не очень люблю садовника. Тут нужно бабочек ловить. Это ужас. Заработаем монеток. Дима, бабочек ловить очень долго. Я хочу попробовать. Бабочек, Дим, мы их ловить не будем. Ребят, просто для того, чтобы не длить серии, ну, чтобы просто не продлевать. Чтобы не продлевать просто серию, мы не будем ловить бабочек. Дима, что ты сделал? Я того жука хотел задавить. Зачем ты вот сюда нажал? Вот сюда зачем нажал? Вот сейчас я нажму, и тут появится, видишь такое? Только ты на что-то другое нажал. Зачем? Дима. Ой, ребят, начинаем, короче, все заново. Не съемку, конечно, просто перезаходим в аватарию. Блин, Дима. Сейчас обратно в садовника вернемся. Выходит, ты не задавил жука. Ты это... Ты жук... Не знаю, не знаю, как сказать. Подожди, вот это сложно. Вот, блин. Понимаешь? Подожди, Дим, давай я тебе вот это сделаю. Что вот это вот растенечко, видишь? Ты тяжело. Засунуть руку надо. Сейчас на этот камушек станем. И все! И все, все. И вот он нажмем. Не получилось. Нормально. О, давай. О, я понимаю, конечно, да. Так, главное, чтобы на Алину не нажал. Блин, Дим, подожди, тут мне тяжело. Кстати, всех девочек с 8 марта. Что за сверхурочное? Вы знаете, что такое сверхурочное? Это как бы... Ребят, бабочку словить, я не знаю. Дим, ты знаешь, что такое сверхурочное? Походу, это то, что эта смена никогда не закончится, мне так кажется. Ну, пусть, потом словлю. Все, мы что, убирать больше нету. Теперь самое главное. Так, 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 так. И у меня теперь 151 монетка. Я ноутбук не хочу забирать. Я коплю на вот эти вот стены бункера. Они вроде бы стоят довольно-таки недешево. Кстати, чтобы получить этот титул весна, нужно именно 10 тысяч этих монеток. У нас всего лишь 536. Угу. Но ничего. Кстати, акция длится 2 недели. Пока что она такая... Я думаю, что она длится только 2 дня сейчас. Ребята, ну а с вами была Вика и Дима. Всем пока-пока. Дима. Пока.